Всем привет, с вами снова Моки, и сегодня снова прохождение игры «Молодежка, смотри, играй». Это уже 15-я часть. В прошлой части мы сказали о том, что мы сыграли с Торнадо, и потом нам надо было сыграть ответную игру. Все необходимое для этого матча я собрал, ну и давайте сыграем ответный матч. Так, сразу же у нас первый момент. Первый матч против Торнадо мы успешно выиграли. Не знаю, как пойдет сейчас. Снова у нас момент. Отлично, 2-0. Да, Торнадо отыгрывает одну шайбу. Отлично. Забили. Снова Торнадо сравнивает одну шайбу. Пока что мы, конечно, ведем, но не слишком много ведем. Пока что забиваем мы, потом забивает нам. Пока что все идет ровно, так сказать. Либо я косанул, либо он реально отбил. Сейчас посмотрим. Все-таки мы выиграли, но мне кажется, тогда уже я косанул, наверное, я не попал, но в любом случае мы выиграли. Да, теперь надо поговорить с ребятами. Увидимся, красотка улыбается девушке, с которой только что познакомился возле бара. Эй, парни, зацените, кисляк кого-то подцепил, хотя скорее не он, а его. Между прочим, ее зовут Надежда, редкое имя. Первая и последняя Надежда, кисляк, вся команда смеется. Ребята, львы обыграли лис, а химик в овертайме пантер, мы выходим на четвертое место. Да, мы это сделали, и все ликуют. Поздравляю, парни, можете пока отдохнуть. Победа поднимает медведя на четвертое место, а Андрей вляпывается в очередную историю. Кисло, тебе чего не сидится? Парни, клюнуло. Кто? Кого
Прикормил, та и клюнула, я пошел за курткой, а ты куда? На рыбалку, вернусь не скоро, рыбка уж больно симпатичная попалась. Все-таки они реально круты, кто бы еще кроме меня смог подцепить после матча симпатичную черлидершу из команды соперников. Приятный вечер в компании, красотками сегодня обеспечен, вот только что-то она опаздывает так, а это еще что за тип? Надо поговорить с хулиганом. Слышь, пацаны, ждешь кого-то? Если ждал проблемы, то они уже тут. Ну чего, поговорим по-взрослому или сам свалишь куда подальше? Ты че такой борзый? Ну, давай поговорим. Ну понятно, нам надо еще две привлекательности. И в принципе тогда мы поговорим с ним. Тогда я поставлю на паузу, соберу две привлекательности, и мы поговорим с хулиганом. Все собрал, все необходимое для разговора с хулиганом, и давайте теперь с ним поговорим. Слышь, пацан, ждешь проблем, то они уже тут. Ну что, поговорим по-взрослому или сам свалишь куда подальше? Ты что такой борзый? Ну давай поговорим. Эй, пацанчик, кисляк, это ты? Допустим, я хочу взять автограф у лучшего нападающего медведей. Хочу знать, чего ты решил, что можешь клеить мою девушку. Так, я неправильно ответил, поэтому давайте возьмем... Ну, за 15 лет, короче, продолжим дальше, давайте. Умный дайлер решил, что я с хоккеистом не справлюсь. Парень, тебе вообще что надо? Я тут девушку жду, а тебя знать не знаю. Это моя девушка, отвали от нее, пока по роже не получил, уяснил? Спокойно, это явно недоразумение. Я понятия не имел, что она занята. Единственное недоразумение, тут ты еще раз увижу возле нее ноги переломаю. Я терпеливый, но нервы у меня не железные, так что попридержи язык. Хватит болтать, я вижу, твои кореша подошли, но так я и не один, сейчас мы вас будем бить. Все, прошли мы это свидание. Довольно, кстати, нелегкое было. Один раз мы ошиблись, но ничего страшного. Теперь надо поговорить с Викой после драки задания. Андрей, немедленно объясни мне, что здесь происходит? Ты опять устроил драку и разгромил кафе. Викуль, прости, это случайно вышло, я вообще ни при чем, это все. Немедленно покинь спортбар, чтобы через минуту тебя здесь не было. Андрей едва не угодил за решетку из-за драки, а Егору опять приходится спасать команду. Слышь, щука, дело есть, у нас намечаются серьезные неприятности. Помнишь вчерашнюю драку в спортбаре? Еще бы не помнить, у меня на плече знаешь, какой синячище? Фигня твой синяк, в кафе был болельщик Торнадо с камерой, он записал нашу драку. Вот черт, если видео попадет в интернет, проблем будут не только у нас, но и у тренера, который не уследил за командой. Есть идея, я знаю, где этот оператор обычно тусит, подменим ему камеру. Идея-то крутая, но у тебя есть лишняя камера? Придется подсуетиться, собрать баб и купить такую же, иначе нам хана. Кисляк, кретин, в очередной раз подставляет команду, а я говорил, все эти его любовные похождения не доведут до добра. Если мы не подменим камеру, на которую записана пьяная драка, неприятности будут не только у нас, но и у тренера.
Она, получается, надо собрать 2000 денег, чтобы купить новую камеру и подменить ее, поэтому я поставлю на паузу, соберу 2000 и вернусь. Все, практически я собрал 2000 на покупку камеры. Стоит нам только сейчас забрать награду у администратора и все. Успели, хотел бы я увидеть лицо этого оператора, когда он поймет, что на видео запись матча Торнадо, а не драка. Да уж, влетели бы по полной, хорошо, что удалось подменить камеру. Да уж, нам очень повезло, если Кисляк еще раз втянет нас в очередную драку. Я поговорю с ним, мы должны помнить об ответственности друг перед другом и перед тренером. Договорились, Кэп, ну давай, увидимся на тренировке. Егору удается избежать последствий для команды, а Андрей становится звездой тренировки. Здравствуйте, ребята, я довольна командой, вы показываете хорошие результаты, поэтому пришло время вам кое-что узнать. Мы будем играть за сборную Бразилии на чемпионате мира, возможно, если постараетесь, а пока, если займете первое или второе место в этом сезоне. Внимательно слушает Яна Валерьевна. Я выделю деньги, чтобы медведи играли в молодежной лиге. Ничего себе, если мы пробьемся на первые места турнирной таблицы, Яна Валерьевна выделит команде деньги на молодежку. Подобными обещаниями просто так не разбрасываются. Пора показать, на что способны медведи, и начать с той тренировки. Нам надо провести тренировку, забить 3 шайбы. Так, давайте шоу для спонсора. Что случилось? Почему не дома? Тренер, нам нужна тренировка. Так, нам нужно еще одно мастерство. И тогда мы сможем ее провести. Ну, я думаю, на этом можно закончить эту часть. А в следующей части тогда я... соберу одно мастерство, и мы уже продолжим. С вами был Мойки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Всем пока!